Они трудились и верили, что время не пройдет даром, а полученные знания и опыт обязательно будут оценены по заслугам. В итоге победа в интеллектуальном турнире и диплом, цена которого очень высока. Он дает право на поступление в ВУЗ по профильным предметам без экзаменов. В числе призеров будущий выпускник средней школы номер 5 Андрей Тимошенко. Школьник завоевал диплом третьей степени по истории. Как у тебя шла подготовка к Олимпиаде? Да? Сколько потрачено было сил? Кто помогал тебе в этом? Ну, у меня было 4 хорошие книжечки. И учитель, и я сам. Я старался усиленно, работал над этим, и в итоге, что есть, победил. Таких, как Андрей, победители Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам в Ленинском районе 10. Для сравнения, в прошлом году было 9. Всего на интеллектуальный конкурс было отправлено 1004 учащихся 8-11 классов, 1, 3, 5 гимназий, а также средних школ номер 5 и 27. В рамках мероприятия глава Ленинского района Геннадий Борисюк наградил грамотами и благодарностями лучших учителей, подготовивших ребят к олимпиаде, а также поздравил ребят с победой. Это действительно те ребята, кем можно и нужно гордиться, это наша элита, наше будущее. Конечно, в основном это представители первой гимназии, это представители пятой гимназии, средней школы номер 5. В общем-то, те учебные заведения, которые и направлены, вот их учебный процесс на вот поднятие вот такого статуса ученика, их уровня. Это своеобразное, ну, наверное, такое зеркало, что ли, образования Ленинского района. И сегодня мы можем констатировать, что учреждение образования Ленинского района и уровень образования Ленинского района находится на достаточно высоком уровне, чему подтверждение вот эти победители республиканских олимпиад. Каждый из победителей, достойно справившись со своим заданием, не только пополнил список собственных достижений, но и в целом прославил город над Богом и доказал, что для наших детей созданы все условия для получения качественного образования.